Открытый телеканал представляет. Скоро, наверное, человек будущего, как представляют это современные, современные воспитатели, может быть человеком без пола. Кстати, в Стокгольме сотрудники дошкольного учреждения для детей в возрасте от 1 года до 6 лет стараются избегать использования таких слов, как «его» или «она». Они не делят их на мальчиков и девочек, а обращаются к ним в среднем роде «друзья». То есть, «Оно». «Оно». Да. Да. И вот они говорят, что в этом свобода, и так правильно они воспитают следующее поколение. Но вы представляете, что почему будет... Почему это доходит до такого абсурда вообще? Ну, потому что люди потеряли ориентиры, они не знают, куда двигаться. Им кажется, что равноправие, оно должно быть там, где природа сделала нарочно разницу между полами и поставила нас в неравноправное состояние, чтобы мы, именно используя их, двигались дальше. Если бы не было мужской и женской части в природе, то мы бы могли рожать что-то и продолжать род. Уничтожьте разницу между полами. Уничтожьте влияние, притяжение между ними. У вас не будет следующего поколения. Вы закончите жизнь на Земле. Поговорите с биологами. Они вам скажут, кто мы такие. Это такое искажение природы, просто выше которого уже нет. К чему оно приведет? Оно приведет к деградации общества. Там вообще не будут рожать. Там не будут... Люди под воздействием такого общественного мнения потеряют интерес друг к другу. То есть не будет ни семьи, ни следующего поколения. А почему сегодня вообще вот существует такой внутренний дисбаланс между внутренним «я» человека и его вот внешним проявлением? Раньше такого ведь не было. Раньше женщина, это действительно, мужчина, это действительно мутации, но это мутации эгоистические. Самые такие невероятные, нереальные, неразумные эгоистические формы, которые сегодня в мире еще вот так вот проявляются напоследок. То есть они должны раскрыться? Они должны тоже раскрыться и показать свою уже полную несостоятельность. То есть эгоизм должен себя раскрыть как единственное зло. И оно может быть только вот в таком виде, когда мы уже жизнь на Земле желаем закончить. Вот такие мы неразумные существа. То есть это... Когда мы идем против природы в самой ее базисной части. То есть это агония уже эгоизма, можно сказать, так? Да, да, этим самым себя и хоронит.